Я люблю свою семью. Меня зовут Кузьмина Ксения. Я хочу, чтобы люди в этом мире были более осознанны, чтобы понимали, что жизнь у нас одна, и прожить эту жизнь нужно качественно, цепляясь за каждое мгновение, цепляясь за каждую минуту, беря от жизни все по максимуму. Жизнь короткая, и нужно успеть сделать что-то такое, чтобы наши дети потом нами гордились. Я люблю своих родных и близких, я люблю своего мужа и своего ребенка. И ради них я готова становиться лучше, заботиться о себе, о своем здоровье, расти в личностном плане. Добрый день, меня зовут Екатерина Николаева. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь фитнесом, стараюсь придерживаться правильного питания. Очень люблю свою семью, своего ребенка. Вместе мы сила. Люблю знакомиться с новыми интересными людьми. Очень люблю общаться с лидерами, обучаться у них. Хочу, чтобы на этой земле было больше добрых, красивых, позитивных людей. Хочу, чтобы во всем мире был мир. Я хочу мира и счастья для всех. Я люблю путешествовать и помогать другим. И ради этого я стремлюсь к своим целям и покоряю вершины. Всем привет! Меня зовут Гульнара, и я продолжаю изменять свою жизнь к лучшему. Ведь все в этом мире начинается именно с нас. Хочу, чтобы как можно больше было позитивных, добрых, счастливых людей. Как говорится, счастье – это когда идешь на работу с удовольствием и возвращаешься домой тоже с удовольствием. Вот пусть у вас будет именно так. Люблю общаться с добрыми, позитивными, интересными людьми. Сама хочу быть именно такой же. Желаю всем иметь такую работу, на которую вы будете ходить с удовольствием, просто бежать и домой бегите тоже с удовольствием. Всем добра! Всем привет! С вами Динара. Мне очень нравится улыбаться и освещать все вокруг своей улыбкой. Если вы ищете счастье и радость, улыбайтесь. Это изменит ваше внутреннее состояние. Счастье есть, оно повсюду. Такова сила улыбки. Я считаю себя счастливым человеком. И уверена, что мир создан для любви и добра. Наполняйте себя, в том числе и любовью. Принимайте, отпускайте все то, что давно вас уже не служит. И тогда у вас откроется множество граней. Не ждите, когда вы наконец начнете себя самореализовывать. Уделяйте себе внимание. И рано или поздно вы раскроетесь.